Всем привет, с вами компания 3D Tool. Сегодня мы хотим вас познакомить с настольными компактными фрезерными ЧПУ-станками Aman. Эти станки уже заслужили популярность у многих небольших мастерских и рекламных агентств. Так в чем же причина такой популярности? В этом мы попробуем сегодня разобраться. В нашем обзоре будет участвовать самая популярная модель станка Aman 3040 800 Вт. Это профессиональный мини-станок с размерами рабочей области 30 на 40 см. Имеет самый мощный шпиндель в линейке Aman и полноценные 4 оси X, Y, Z плюс A поворотное устройство. Поворотное устройство входит в комплект. Шпиндель имеет водяное охлаждение, это обеспечивает тихую работу и длительный срок службы. Aman представляет из себя фрезерный станок с ЧПУ, выполненный из алюминиевого сплава. Рабочий стол сделан из металла и имеет высокую жесткость. С помощью расположенных на нем Т-образных пазов можно без труда закрепить заготовку или установить поворотное устройство. Благодаря жесткой конструкции портала точность позиционирования фрезы достигает 25 микрон. Кинематическая схема станков Aman построена с использованием винтов ШВП и валов диаметром 20 мм, что обеспечивает высокую жесткость конструкции. Механика приводится в движение шаговыми двигателями. Вся управляющая электроника и блок питания находятся в отдельном блоке. В блоке находится разъем для подключения питания шпинделя, поворотная оси LPT порта для соединения с компьютером. Все станки Aman имеют напряжение питания 220 вольт и компактные размеры, что позволяет размещать оборудование как в цеху, так и в офисном помещении. Цифры в названии обозначают размеры рабочего стола в сантиметрах. Семейство этих ЧПУ-станков можно разделить на три группы по размеру рабочего стола. Модель 2030 с рабочей поверхностью 20 на 30 сантиметров. Модель 3040 с рабочей поверхностью 30 на 40 сантиметров. И модель 4060 имеет самый большой рабочий стол размером 40 на 60 сантиметров. Кроме отличий по размеру стола, станки Aman могут выпускаться с двумя вариантами высоты портала. Стандартная модель станков Aman имеет высоту по оси Z до 80 мм. Существуют модели с увеличенной высотой портала до 130 мм по оси Z. Станки Aman комплектуются тремя видами шпинделя. Самый маломощный вариант – это шпиндель мощностью 500 Вт, имеет воздушное охлаждение. Шпиндель имеет скорость вращения до 8000 оборотов в минуту. Далее существуют варианты шпинделя мощностью 800 и 1500 Вт. Конструктивно шпиндели не отличаются. Скорость вращения этих шпинделей достигает 24 тысяч оборотов в минуту. Для таких шпинделей уже используется водяное охлаждение. Из-за увеличенной мощности станок может уверенно обрабатывать и мягкие металлы, такие как алюминий, медь и латунь. Все шпиндели комплектуются цангой ER11. Под этот стандарт существует огромное количество фрез. Оператор станка может без проблем подобрать инструмент под свои задачи. В комплекте сразу присутствует комплект фрез под основные задачи обработки. Еще одна отличительная черта этих станков. Они могут комплектоваться поворотным устройством, так называемая четвертая ось для обработки деталей со сложной поверхностью со всех сторон, 3D-обработка. Такой вариант комплектации присутствует для всех моделей, кроме той, у которой самая маленькая рабочая поверхность, то есть 20 на 30 сантиметров. Там ее, к сожалению, просто некуда разместить. Благодаря таким вариантам комплектации пользователь всегда может подобрать свой вариант станка Aman, подходящий именно под его рабочие задачи. Соединяется станок с компьютером через LPT-порт. Это индустриальный стандарт, но который сейчас можно редко встретить в современных компьютерах. Вопрос решается наличием специального переходника USB, с помощью которого станок можно подключить к любому компьютеру или ноутбуку. Наша компания поставляет подобный переходник в комплекте со станком, поэтому у пользователя не возникнет никаких трудностей с подключением. Управляется станок с обычного компьютера с установленным на нем ПО Match 3. Сами программы для обработки можно готовить практически в любом совместимом софте, таком как Match 3, ArtCam или Type 3. С помощью поворотного устройства можно производить гравировку на круглых или других поверхностях более сложной формы. Также с помощью этой четвертой оси можно фрезеровать достаточно сложные модели, которые не изготовить на обычных трехкоординатных станках, то есть выполнять полноценную 3D-фрезеровку. Сложно придумать задачу, с которой не сможет справиться эта машина. Единственное ограничение в возможностях перед большими и тяжелыми собратьями – это размер рабочей области и скорость обработки, а в совокупности – функциональность, компактность и цена вне конкуренции.
А приобрести всю линейку станков Аман можно в нашей компании 3D Tool. Спасибо за внимание и оставайтесь на связи. Вас ждут новые, весьма познавательные обзоры.